Более миллиарда рублей поступило в Пенсионный фонд республики на единовременную выплату пенсионерам. Напомню, закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5000 рублей подписал президент страны Владимир Путин. В МРИЭЛ право на единовременную выплату имеют более 260 тысяч пенсионеров. Большинство из них ее уже получили. Хочу обратиться к пенсионерам, которые по какой-либо причине, в том числе не зависящей от доставляющей организации, не получат ее в январе. Либо это лица, которым назначается пенсия, либо только назначена, и они имеют на нее право. Эту выплату они получат в феврале, потому что она не ограничена выплатой только января, она может продолжаться и дальше, в том числе и в марте. И я хочу заверить, что все, кто имеют на нее право, а это граждане Российской Федерации, получающие пенсию на 31 декабря 2016 года, все они ее получат. Добавлю, что выплаты производятся на основании документов, которые содержатся в вашем пенсионном деле. Поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление дополнительно не требуется.